Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы откроем OBS Studio. У меня есть по нему скринкаст, в чем-то я буду повторяться, но в рамках курса я попытаюсь разобрать OBS Studio полностью. Хотя это и невозможно, программа при внешней простоте очень обширна, и под разобрать полностью, я понимаю, скорее разобрать все функции, которые вам могут понадобиться. Итак, вот перед вами OBS Studio. Мне кажется, запредельно простая и удобная даже при первом взгляде. Но если вам так не кажется, поверьте, запредельно простая и удобная. Тут есть сцены, источники, я бы назвал это содержание сцен, микшер аудиосигнала и управление. Также тут есть переход между сценами и основной монитор. То, что вы видите в мониторе, собственно, идет в прямой эфир. Программа open source, бесплатная, куча энтузиастов разрабатывают постоянно дополнения и плагины, есть дистрибутивы под Windows, Mac и Linux, ну словом, ни одного недостатка. Разберемся, что здесь есть. Сцены — это, если говорить монтажным языком, кадры, ну или дорожки. Таким образом вы переключаете дорожки, ну то есть запускаете в эфир новый кадр. А кадр, соответственно, состоит из какого-то количества объектов, которые вы накидаете в него заранее. Вот так можно сделать объект невидимым. Ну и все. Теперь вы режиссер монтажа и выпускаете в эфир кадры в соответствии с вашим замыслом и творческим видением. У меня тут, правда, все примерно одинаковое, но представьте, что все сцены разные, и поймете, что это уже просто-таки кино. Сама сцена состоит из объектов, добавленных заранее. То есть, ну ладно, не будем, это у меня рабочая сцена, это стримы с двумя участниками. Возьмем вот это. Итак, у нас тут есть фото подложки. Его можно двигать, увеличивать, уменьшать. И когда вы его выставили, как вам нравится, его можно зафиксировать. Это у нас захват экрана со вторым спикером. Сейчас у нас второго спикера нет, окно просто не отображается. Это устройство захвата видео, то есть ваша веб-камера. Привет! И логотип теплицы, сделанный заранее в Photoshop. Собственно, вот содержание сцены. Все элементы двигаются, отключаются, удаляются и так далее. Закинуть элемент можно просто из проводника. Причем он понимает прозрачный слой, GIF и PNG. Вот. Если вы хотите ввести стрим о DaVinci, то можно вот такой вот логотип добавить. Меня, скажем, сделать побольше и вот сюда. Это сюда. Скажем так. Вот готовый кадр. Пожалуйста, введите стрим. Включили заставку, подержали, включили себя, провели стрим. Теперь, что касается переходов между сценами. Сейчас тут стоит затухание. Кстати, я не помню, как выглядит OBS после установки. По-моему, так же, но если не так, то тут есть возможность открепать окна. Как в Photoshop и куда-нибудь их пристраивать. Ну, вот таким вот образом. Можете настроить рабочее пространство под себя. Итак, что касается перехода. Сейчас стоит затухание. Взаимное растворение. Обрезка — это просто встык. Поставили обрезку, и у нас кадры сменяют друг друга резко. Кстати, по-моему, это оптимально и единственно приемлемо для монтажа. И так как прямой эфир — это тоже монтаж, можно на этом и остановиться. Но если вам нравится затухание, то вот здесь можно выбрать длительность в миллисекундах. 1500 миллисекунд, очень плавное растворение. Оставим 400, как было. С этим все. Теперь, что касается звука. Тут настройки, то есть выбор источника звука. Про источник поговорим позже. И у нас тут сейчас задействован один канал — звук с веб-камеры. Если включить, например, музыку, неважно где, пусть будет ВКонтакте, он начнет захватывать звук с компьютера. Видите, у нас вот на этой дорожке тоже пошел сигнал. Тут по умолчанию, но, по-моему, у меня основной звук виртуальный 7.8, не помню. Ну, в общем, по умолчанию он захватывает то, что надо. И мы можем, например, его сделать потише. А этот погромче. А этот можем и вовсе отключить, замьютить. Ну то есть фактически это звуковой микшер с ограничением по количеству каналов. В компьютер вы много просто не заведете, и если у вас много каналов по звуку, придется все-таки приобретать микшер. Ну и используя полученные данные, давайте просто посмотрим какой-нибудь стрим и попробуем его воссоздать. Что бы такое? А, вот, Милов. У них тут качественные стримы, и вам, возможно, кажется не так-то просто такое сделать. На самом деле, полученных знаний вам уже достаточно. У нас есть фотка, надпись, стрим начинается с вот такой вот заставки, потом идет отбивка, достаточно простая motion графика, еще одна надпись, также сделанная заранее, ну то есть вся вот эта отбивка сделана заранее. Сделана, естественно, не в OBS, я думаю, это After Effects,
а дальше уже достаточно простой кадр. Вы уже понимаете, я думаю, как его собрать. Поэтому на этом мы сегодня и остановимся. Глупо, конечно, раздавать домашние задания, но если у вас есть дух исследователя, я бы вам предложил не дожидаться следующего видео, которое выйдет завтра или уже вышло, если вы смотрите не премьеру, а попытаться собрать что-то такое самостоятельно. Хотя бы этот кадр, а в идеале вообще все. То есть заставка, отбивка, сам кадр с фото и надписью. А я в следующем видео покажу, как бы это сделал я, и может быть мы совпадем. А может быть вы хлопнете себя по коленке и скажете, неужели это было так просто.